В черте города, почти в центре, стихийно возникло кладбище животных. Согласно табличкам на могилах, первые захоронения здесь появились еще с 93 года. По своим питомцам, если прочесть надписи, хозяева скорбят искренне. На этой, например, указано, что собака состарилась вместе со своей хозяйкой. Но, по мнению эпидемиологов, такого захоронения в черте города быть не должно. Не, оно не должно там располагаться, его там никак не может быть, потому что это противоречит всем санитарным требованиям. Можно понять хозяев, питомцы которых прожили с ними по 15-20 лет и стали полноправными членами семьи. При мысли о переполненном скотомогильнике и спецавтобазе добрых владельцев собак, конечно, кидает в дрожь. Поэтому выход предложили сами эпидемиологи. То просто надо поставить вопрос перед комитетом по городскому хозяйству и отвести тогда уже территорию, но для вот этого кладбища, но уже за городом. Как вот мы отводим территории для кладбища граждан.